Всем привет, приветствую на своем игровом канале. Игра Евротрак Симулятор, версия игры 1.46, обзор модового грузовика Renault Teva. Вот у нас грузовик, сегодня будет на обзоре. Сейчас мы его посмотрим, пробежимся по нему. Так, по кабинам, одна кабина, по шасси, очень много шасси, 4 на 2, занижена, 4 на 2 высокая, 4 на 2 БТ, 6 на 2 СТЛ, 6 на 2 ТЛ, 6 на 2 4 СБ. Это выходит у нас тандемчик. Сейчас покажу вам. Так, очень много тюнинга. Вот такие вот тандемчики здесь. Очень много их, на любой вкус и цвет, как говорится. Вот. Так. Ну, мы возьмем шасси 4 на 2 БТ и будем делать по нему обзорчик. Так, по двигателям. Раз. 7 двигателей DE11380 лошадей евро 6, DE11430 лошадей евро 6, DE11460 евро 6, DE13440 лошадей евро 6, DE13480 евро 6, 480 лошадей, DE13520 лошадиных сил евро 6. Возьмем мы его по коробочкам, 4 коробки. Передач, 12 передач, 12 передач ретардер, 12 передач ретардер. Коробки оптидрайвер, возьмем оптидрайвер AT2612FR, 12 передач ретардер. По салончику, интерьер салона. Вот салончик у нас. Так, по красочкам. Имеет свои скины. Это все пользовательские цвета. Очень много покраски. Таких разных, так. И вот уже скинчики. Возьмем вот такой последний скинчик. Так. По тюнингу аксессуаров, да, много тюнинга здесь будет, так что могу где-то запутаться, где-то что-то пропустить. Кондиционер, по ходу дела, выходит. Верхние обтекатели. Маячки. Лайтбар.
Это звуковые сигналы стоят у нас. Видно по салону. Так, зеркала, пластик, пластик, краска, краска, возьмем пластик, краска. Козырьки. Так, по салону, по салону, по салону. Таблички. Рамка лобового стекла, краска, боковые отражатели. Боковые дефлекторы. Передняя маска, красочку поставим. Решетка радиатора, красочка. Так, Ренаут. Из передней маска, красочка. Логотип. Красненький Ренаут. Это кенгурятники у нас идут. Пары у нас так. Передний бампер это у нас. Защита бампера. Зачем много защиты? Передние брызговики. Переднее крыло, красочка. Низ переднего крыла, красочка. Воздухозаборник, красочка. Боковые обтекатели. Боковые юбки.
Пак. Красочку ставим. Это задний лайтбар у нас еще есть. Так, перейдем, ребята, в салончик. Может, я что пропустил. Ай, минутку. Так. Полочки у нас тут. Жилеточку здесь можно повесить.
Так, ну вот такой вот, ребята, у нас грузовичок получился. Покупаем. Так, ну вот наш грузовичок. Сейчас мы его заведем. По звукам звуки приятные. Нижний свет фар работает, дальний работает. Аварийка работает. Правый поворот работает. Левый поворот работает. Звуковой сигнал присутствует. Так, перейдем в кабину. Левое окошко анимация есть. Справа окошко анимация есть. Ручник анимация присутствует. Звуки такие интересные. Так, аварийка работает и кнопочка. Так, правый поворот есть, левый есть. Так, дворники, раз, два, три положения, все работают. Так, бортовой компьютер. Бортовой компьютер работает. Так, все работает, задний ход. Сигнал есть. Фонари задние горят. Да. Звуки хорошие. И сам мод тоже ничего. Просто по тюнингу, очень много тюнинга, можно и забыть поставить. Это очень долго выходит. Там блокировка дифференциала у меня включена. Как в салончике.
Возьмем груз какой-нибудь. Помада для животных 20 тонн. Проверим сопочку. Даже вон где это подсветка задней фонарики, задней фонари, там на ступеньках работают. Вот видите, там у колеса на ступеньках. Это прикольно. Вот они раз включились. Слева и справа. Да, вот здесь прикольно мододел сделал. Задние фонари на ступенечках, чтобы виднее, видно было. Так, ну все, мы зацепились. Поддержка кабеля присутствует. Просто шикарный мод. Да не сигналька. Да, звуки прекрасные, прямо звуки хорошие. Вот такой вот, ребята, у нас был мод на Ольта Ева. Хороший мод, покатать на нем можно, звуки хорошие там по себе. И очень много тюнинга и всего. Так что всем спасибо за просмотр, увидимся в дальнейших видео. Всем пока-пока, удачи!